Дорогие друзья, сейчас я вам зачитаю из послания святого апостола Павла к евреям из второй главы те места, где профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов не согласен с переводом. Даже люди, которые, может быть, и не совсем много читают святых отцов и толкования Евангелия, могут понять, что в русском языке так предложение не строится, а все дело в том, что переводчики испугались глагол «телеосе» греческий, где «сделать совершенным». Они испугались, как Бога сделать совершенным, и оставили «совершил». Вот послушайте. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящие у многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Вот вдумайтесь, да? Не пойми чего. Тот, для которого все, от которого все, приводящие многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил. Как совершил? Представляете? И так это долгое время вот люди читают и в заблуждение вводят, пока профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов не сказал –